Всем привет, с вами Скиллфлэш, это краткий обзор на главного пахана Таркова, Решалу. У Решалы по сравнению с остальными боссами совсем немного хп, а именно 752 и у свиты 630. Решалы используют сотые калаши, МДР, Сайгу и МП5, броню босс не носит. Свита вооружена калашами и адарами и могут носить броню со 2 класса по 6, а также бронеразгрузки 4 класса и шлема с 3 по 5. Спавнится Решала на территории новой стройки. Новой заправки. И в общежитии. Босс раньше не блистал интеллектом, но сейчас, после изменений, он стал не самым простым боссом, и новичку его точно с первого раза не убить. Свита босса может вас зарашить, кинув в вашу сторону гранаты, и довольно точно, но чаще они передвигаются и сидят кучкой. В общем, сначала, я думаю, нужно расковырять по одному свиту и потом только самого босса, ну или действовать по обстоятельствам, то есть там, если они засели где-то, там, кинуть к ним там в туалет гранату, чтобы они разбежались, и дальше уже их так отстреливать, ну, в общем, действовать по обстоятельству, ну, не глупый, в общем, сообразите. Пожалуй, на этом все. Я рассказал все, что знаю про данного босса. Всем удачи и пока.